Всем привет, ребята! Я опять играю в эту игру «Мячик». И вот этот комментарий «Happy Kids в Польше» написал то, что опять в этот этим играть, полицейским. Попробую этот уровень пройти. Го. Молоток мощный. Капец, он меня чуть не сбил только что. Фух, я чуть не упал. Вы видели? Молоток опасный. Осторожно надо ехать. Все. Осторожно проезжаем. Все, ура. Ой, помню, этот уровень уже у меня был. Я этот уровень помню. Бывает, конечно, здесь повторяется уровень. Так, нельзя здесь сильно разогнаться. Нельзя здесь сильно разгоняться, короче. Все, бонусы! Круто. О, давайте вот так. Конфетка не выпала. Бонусный сейчас пройдем. Бонусный — это очень круто. Все, играем. Собираем эти монетки. Ой, я помню, этот уже бонусный у меня был, только очень давно. Я даже не помню, когда. Несколько недель назад, если не месяц. Когда я только начинал этот мяч играть. Там не помню, какая часть. Ладно, не важно. Все, собрал все монетки. А я тогда не все собрал. Все, победил. Так, колесо фортуны крутим. Надеюсь, 1000. Бонусный уровень. Попробуем пройти. Надеюсь, он легкий. Ого, меня! Кинула, но я все равно упал. Так, сначала. О, там даже чекпоинт есть, значит, легкотня. О, это 30-й, по-моему. Помните этот уровень? Это самое мое популярное видео на канале. Набрало 36 тысяч просмотров. Это тот уровень. Все, я его победил. Крутим опять колесо фортуны. Что нам выпадет? Ого! Это нам, по-моему, даже еще не выпадало. А, опять какой-то бонусный уровень. А, ну то же самое, короче. О! Все, прошел. Так, надеюсь, 1000 выпадет. О, вот это тоже очень крутое. Здесь можно даже больше 1000 заработать. Только надо попасть на X4. А я всегда на X2 попадаю. Так, о, куча монеток. Вот, еще куча. О, там еще 4. И теперь попадаем на X5. Yes, X5! 1200 аж! Круто, вот это мне повезло. X5 прям. Так, бонусный уровень. О. А, поспешил. Кажется, легко. Один раз упал на начало, потому что поспешил. Все, уровень легкотня, только долго надо ждать все. О, все, крутим опять. Yes, 1000 выпало, это очень круто. Уже 40 тысяч с половиной у нас. О, гонки давно не было. Так, готовлюсь. Все, готов. О, это уже было. Эти гонки тяжелые, я на них проиграл. Я ж 10-й, у меня 10-е место, что ли?
Капец. Чекпоинт взял. Ну это еще так зависает. Бывает показывают, у меня 10-е, а я вообще 3-й или 1-й. Ой, не туда. Так. Я 3-й. Я был почти 2-й. 5 крутим. Нет. Почти 1000 выпало, но нет. А, здесь надо медленно. Все. Их коня. Крутим опять. Опять. Но этот уровень всегда попадается бесконечно, этот левел. О, ну, он вообще совсем чуть монеток дал. 130. Лучше выбить 1000. Опять! Стоп, а можно пропустить? Не, невозможно. Жалко. Легка дня. И все? Ну, конечно, мало монеток будет. Даже меньше, чем в прошлом. 110 аж. Это очень мало. Так, крутим еще раз. 1000. О, ну хотя бы что-то друг. Прошел. Капец, я чуть не упал. Все, прошел этот уровень. Но здесь прям много монеток дали. 230. Хотя лучше 1000 выиграть. Нет! Так, это 30-й типа уровень. Вот такой был 30-й. А, повторился. У меня уже сегодня было. Ну, в этой части. Потому что я в день снимаю несколько видео про эту игру. А еще про поезд, про поезда еще я сегодня заснял. Там у меня поезда прям все взорвалось. Поезда, короче, с ума сошли. Еще там было метро. Вот, опять этот уровень. Все, здесь я поспешил и упал туда направо. Все, идеально. Пошел. Опять 110. И последний раз крутим колесо. Последний раз. Гонки. Ну, ладно, это быстро. Хранился хотя бы. Круто. Главное сейчас... Yes! Я 2-й! Все. Не, я хочу напоследок выбить 1000. Все. Последний раз точно кручу. Ладно, это будет в ускоренке. Ура, выиграл. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И еще напишите в комментариях, каким мне мячом играть. Вот этот, вот такой полицейский мяч. Это пока что мой любимый. Арбузик. Вот такой. Яблочко откушенное, Apple можно называть. И вот этот самый старый серый. Вот. Выбирайте.